Франция экстренно созывается в Безон из-за ситуации в Сирии. Встреча состоится уже завтра. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Франции на своей странице в Твиттере. Он требует прекратить огонь и обеспечить гуманитарный доступ. Второй день в Сирии продолжается операция Турции против курдских формирований. Сегодня местные СМИ сообщили, что турецкие танки вошли в сирийский город Африн и начали масштабную операцию. Силы курдов отходят вглубь страны. Yeah.